Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» пройдет в Московской области уже в третий раз. Сроки ее проведения с 15 января по 15 февраля 2021 года. Инициатива принадлежит региональному министерству ЖКХ. Поддержку ей оказывают Ассоциация председателей советов многоквартирных домов региона и Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области. Заместитель главы администрации округа Михаил Каратаев сообщил, что жители всех подмосковных муниципалитетов смогут сдать отслужившие свой срок натуральные новогодние елки на площадке «Мегабак» и в специально оборудованных и брендированных пунктах приема.